Ну и всем привет, дорогие друзья, буквально 30 минут назад у нас в Акзай выпустили новый снэкпик, который я вам сегодня и покажу, так что желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Ну а перед началом этого видео я хочу вам посоветовать канал Гронди. Он снимает крутые видео с офигенным монтажом по нашему с вами любимому КДТ и многим другим режимам Роблокса. Если вам скучно и нечего посмотреть, то его канал подойдет на ура. Так что переходите и подписывайтесь на его YouTube канал, ссылочка будет в описании. Надеюсь, вам понравится. Ну и под последним его роликом напишите то, что вы от Киласовса. Ну а я не буду больше вас задерживать, и мы возвращаемся к ролику. Первое, с чего мы начнем, это я хочу вернуться к прошлым сливам, которые я вам показывал вчера. Вот так вот выглядит первая фотка, на ней мы видим новые аватарки режима, на которых как раз таки изображена эта Феррари, которую сегодня добавили в снэкпик, я вам попозже его покажу. В общем, тут ничего удивительного, три одинаковых авы, просто разный разноцветный фон. На второй фотке мы видим, что будет в этом обновлении, это написано под КДТ. Получается, обновление будет называться классическим. В нем у нас будет Baron Find и 8 новых машин. Ну и вот наконец-таки Фокзай сделают этот Baron Find. Насчет 8 машин, скорее всего, там будет лимитка какая-нибудь, думаю, дорогая достаточно, потому что их давно не было. Машины из Baron Find, и остальные машины засунут просто в магазин. Я, конечно, очень надеюсь, что у нас не будет геймпасса, потому что у нас сейчас, во-первых, продается GT3 пас, и буквально недавно, у нас около месяца-полтора назад, выходил мотопас. И снова выпускать геймпасс было бы, конечно, очень фигово. Надеюсь, что такого не произойдет. Меня, честно говоря, они уже заколебали. В общем, на этом вся информация, которую я вам показывал в прошлом ролике. И давайте теперь я вам наконец-таки покажу новый снэкпик. Вот так он выглядит. Это задняя часть Ferrari F40 LM 1989 года. Еще к снэкпику есть сообщение, которое если перевести, то оно будет значить ограниченное количество в эти выходные. Вместе со старым шансом на Хэллоуин UGC. Насчет первого предложения ХЗ, что это будет значить, возможно, это будет лимитированная Феррари, то есть мы должны ее будем получить в ивенте, и она будет такая же лимитированная, как и шлемак. А во втором предложении говорится, что нам вернут хэллоуинский шлем в виде черепа, который добавляли буквально 2 недели назад. Потому что, если я не ошибаюсь, там осталось около 20-25 тысяч копий, и многие не забрали этот шлем, целая половина человек почти. Так что Фоксы дают нам второй шанс. Проходите, люди, я вам обещаю, то, что этот шлем будет стоить дороже, чем сейчас тот прошлый синий, потому что все-таки в виде черепа шлем будет, но это намного круче. Ну и вернемся опять же к этой Ферри, и вот так вот выглядит ее реальный прототип жизни. Мне сначала она показалась, блин, что за кал, а сейчас она мне прям нравится, выглядит сасно. Ну что ж, в принципе, на этом у меня все, будем, конечно же, все очень ждать. Ролики, конечно же, будут на канале, ждите обзор обновы, там как пройти ивент, я вам помогу. Ну а на этом ролик подошел к концу, надеюсь, он вам понравился, вы поставили на него лайк, подписались на мой канал, написали мне приятный комментарий. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.